мы забрали Женьку с английского. Опа. И идем за шаурмой. Им как-то рассказывали в начале года, что типа в следующем году, особенно для мармеладки, типа для начальных, средних. Ну, короче, для прежних выпускников 5 классов. Ой. Ну, короче, будут шкафчики, типа в коридоре. Так, такая тут неудачная дорога. Слышите, сзади машина подъезжает. И не проехать, не пройти. Здесь только одна машинка может. И уже человек не помещается. Видите, я сошла с дороги. Нас будет где-то по 9. Короче, я не хочу готовить ужин. Мы идем за шаверму. Мы идем не то за пиццей, не то за панзероти, не то еще за чем-нибудь. Алит, что-то было в лаваше. Давно я у моря не была. Вы знаете, так холодно, я так мерзну. И не хочу я уже ни моря с его ветром, ничего не хочу. Как мы в прошлом году загорали в это время, я не знаю. А мы разве в это время загорали? Да, уже. Женя у нас приседает по вечерам теперь. У меня с первого раза очень сильно до сих пор ноги болят. Меня просто... Я так поднимаю, у меня подняло. А я не приседаю. Я смотрю сплетни. Драма-каналы. Нет, нужно взять себя в руки и заниматься делом. А я тоже с тобой буду приседать. Я похудела за два раза приседаний. Хнык-хнык. Зависть. Кто-то выбрал картошечку фри. А это наши панцероти. Самая удобная машина. Припаркуешься в любом месте, видите, малютка. Ну что, все нормально, девчонки? Нам ее хватит. Так, я взяла панзероти, мы идем домой. Они по дороге грызят свою картошку фри. Дайте я у вас украду кусочек. Конечно. Нам картину спорта. Кебона. Смотрите, кто ползет. Тут еще одна. У нас прошел дождь недавно, и они выползли. Улиточки. Так, это мой панзероти. Смотрите, какой он здоровый, я даже не ожидала. Все, приятного нам аппетита. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мама. Да, мама.
сделала я анализ, сегодня их забрала, и сейчас пойду к врачу, чтобы она их прочитала. Мы в медиаворлде, пока муж забирает игру для Женьки, я смотрю тут всякое. Вот такое. Такого у меня еще нет. Так что мы ходим с Розали и смотрим всякую технику. Всякие полароиды. Розали разбирается, она говорит самолет и камера. На дроны она говорит самолет, а на камеру и всякую фото-видеотехнику говорит камера. Ребенок видеоблогера. Смотрю камеры Соньки. Раньше я на них не обращала внимания. Очень похожи, кстати, на мою внешне. Но это другая модель. Sony DS-CHX95B и Sony DSC-HX80. Вот они тоже, видите, такие для влогеров с откидной. Но эти дешевле. У меня чуть-чуть более продвинутые. У меня Sony RX. Я очень довольна, что я взяла. Очень классная моя камера. Так, мы забрали Женькину игрушку. Сейчас я хочу зайти в Леруа Мерлен. Мне нужно пересадить мою гортензию. Хочу посмотреть, какие тут горшки есть. Какой здесь выбор гортензий. Красотища просто. Так, мы тут всякое ходим, смотрим с Розали. В основном все пластик, конечно. Но мне вот что-то такое надо. Хочу рассадить лаванду сюда. И какую-то более крупную... О, это тоже пластик. Он, знаете, куда ни посмотри, все пластика. О. Ну, сейчас, короче, посмотрим. А, вот это что? Это тоже пластик. Все пластик. Пластик, пластик. Пластик к пластику. Вот это вот. Ну, тоже пластик какой-то. Ну, не знаю, что за такой состав. Шки они все коричневые. Не хочу коричневые. Вот эти внизу классные, но они без дырки. То есть в них надо будет ставить горшок. Вот такой. Вот эта керамика нормальная. Не знаю, я, короче, взяла пластик этот. Мне кажется, он такой же, эта модель устаревшая. Но она, видите, там внутри сделано место для дренажа воды. Поэтому, в общем, наверное, возьму их. Это керамические, и мне нужно, чтобы была дырка внутри. Для того, чтобы вода вытекала лишняя. Ну как, чтобы была дырка, как обычный горшок. И я не знаю, тут есть керамические, но они без дырки. Или... Ну, остальное все пластика. Вот такой вот есть симпатичный, но это тоже пластика. Там есть дырка. Короче, не знаю. Так, мы сейчас с Розалией вышли на улицу. Здесь такая типа оранжерея с цветами и всякой керамическо-пластиковой продукцией тоже для сада. Мне нужна была одна подставочка, мне их вечно не хватает. И, в общем, ничего-то я не нашла, чтобы мне понравилось. Хотя... О, с дыркой. То, что надо. Ну, Розалика, пойдем. Так, я не взяла тележку. Не совсем удобно. Все из пластика. Я вот что не посмотрю, все пластиковое. Видите, это мебель. Красивая, кажется, что из какой-то... из лозы, да, она вся пластиковая. Вот это такой вот настоящий ротанг или что это. Вот это из лозы. И вот это белое, наверное, тоже. Да, это дерево. А остальное, вся остальная мебель садовая, например, вся из пластика. Короче, взяла я пластиковые горшки, потому что в том керамическом не было дырки. У меня не понравился он мне этим. Сейчас мы с Розалейкой играем. Ау, ау. Приехали в Джардину, в садик. Она ловит пузыри. Кажется, сейчас дождик пойдет. Мы сегодня забрали игру. Как называется? Это Just Dance. Just Dance. Самая последняя часть. 19-й год. Вот мы играем на этой приставке Wii Mini. Да, у нас Wii Mini.
Ой. Все, Женя очень рада, она ее очень хотела. Я хотела еще в 2017. А, ну даже иногда у меня во влогах танцевали. Вот такая вот упаковка. Сейчас попробуем установить ее в зале, потому что в детской комнате места маловато. Не, ну там, да, там мало места, но еще там у меня маленький экран, ну типа телевизор. Женя хочет на большом экране, чтобы... Ну, так крутить нельзя, ты так царапаешь диск. Ну все, будем танцевать. Класс. Моя самая любимая игра. Мама. Сегодня вторник, 21 мая у нас. Сегодня с утра чудесная погода, мы прогулялись на улицу. И вот я была дома, села за компьютер, думаю, дай-ка я помонтирую немножко сегодня, сделаю видео. Но моим планам не суждено было сбыться. У нас произошло землетрясение, магнитуда 4.1. Я достала все документы на видное место. Сейчас с Розали иду в школу, нам сказали срочно детей забрать. Папку достала с документами, потому что здесь все мои документы, все наши семейные и то, что я должна представить на гражданство. Так, все, я за Женей. В это время обычно здесь, на этом участке возле школы, никого нет, ни одной машины. Но в связи с землетрясением, видите, тут много машин. Все приехали забирать своих детей. Я забрала детишек, видите? Они даже без курток и в гримбюле, потому что... Эпербамбина. Они думали, что у них провод эвакуационный, типа потому что... Это... Да, тренировка эвакуации, да, у них на следующей неделе должна быть. И их всех вывели на улицу, и дети думали, что это просто вот это вот прово, это тренировка, и они вот без учебников, без сумок, без своих, без тетрадок, без курток, просто вышли на улицу. Я такая думала, а как это настоящий провод эвакуационный? И вот в таком вот виде мы их забрали домой. Все, сейчас не знаю, побудем, наверное, мы в саду, в дом не пойдем. Так, у нас уже все успокоилось, паника вся прошла, мы дома пообедали, и уже прошло 2 часа, и Женька вот захотела оладушков, и она будет делать сырники. Захотела оладушки, но будет делать сырники. Вот она здесь готовит. Программа готовим или пытаемся приготовить сырники, да. Женя? Ну чего пытаемся, она уже делает их почти каждый день, уже отлично научилась. Ой. Так, я не знаю... Что, осторожно. Так, я не знаю, показывала ли я, что мне тут понапрописывали. Я говорила уже, что сейчас прохожу типа обследование. Типа? Сдавала, ну как, обследую, да, у меня там не нравятся мне мои миндалины и тра-ля-ля. Сдала я анализы, такое, значит, ну основные анализы. Кровь мне посмотрели, и у меня понижены лейкоциты. Ну, как бы врач говорит, ничего там страшного, будем просто наблюдать, сверим еще анализы с моими анализами после беременности, во время беременности. Тогда у меня тоже они были немножко понижены. И, в общем, учитывая, что я как бы все время какая-то слабая, больная какая-то, ну, чувствую себя как-то не очень. В принципе, единственное, что мне прописали вот эти вот витамины. Но я еще принимала вот это омега-3 и еще плюс эти. И вот и здесь есть омега-3, и тут есть омега-3. Поэтому я хочу разобраться, чтобы я не переедала этой омеги. Или может ее пока не принимать вообще. Или нету здесь омеги. Короче, сейчас буду сидеть и читать. Принимаю уже второй день вот это вот. Комплекс витамин, здесь кардин плюс, энергия, физика и ментали. Короче, энергия физическая и ментальная. Много сахара. Хватит сахара. Так что они такие вот в... Значит, тут такие упаковки с порошком, растворяем в стакане воды. Ну, такое как противное, знаете, как витамины растворяемые. Оно такое вот... Очень-очень цитрусовый вкус, очень-очень такой вкус витамина С. Они цветные, такой оранжево-розовый цвет у этой водички получается. В общем, витамины и минералы. По составу ничего толком сказать не могу, потому что я не сверяла с комплексами, которые обычно в Беларуси. Я знаю, что в Беларуси, в России вообще без проблем. Приходишь в аптеку и покупаешь витамины. Жень, пожалуйста, не гремни. Приходишь в аптеку, покупаешь витамины вообще без проблем. А здесь для того, чтобы получить этот комплекс, мне пришлось выписать рецепт у врача. То есть врач мне вот прописал, и только тогда я смогла их купить. А до этого я приходила в аптеку, и ничего я там толком... Ну, просто на полках не выставлены витамины, как у нас. То есть это любой препарат нужно приходить с рецептом покупать. Итак, в составе здесь у нас витамин Е 15 миллиграмм. Магнезий 100 миллиграмм, значит, да-да-да-да, я не знаю, тут, короче, проценты какие-то,
А, на одну упаковочку, да, на одну порцию. Витамин Е 15 миллиграмм, витамин В5 4,5 миллиграмма, магнезий 100 миллиграмм, цинк 6, селен 20 миллиграмм, креатин, короче, два какие-то креатина анидропариакреатина моноидрата, какие-то там креатины, 1300 миллиграмм, L-каротин и таурина 150 миллиграмм, кислота L-аспартико, я не знаю, как это на русском, я читаю, как я вижу, 150 миллиграмм, L-карносина 50 миллиграмм, L-аспараджина 25 миллиграмм. Сори за мое произношение, потому что я не медик. Я не знаю, как эти витамины на русском, да. Мне как бы сказал врач, что тут и будет и кальций, и все на свете. В Беларуси покупаешь комплекс мультиполивитаминов, и там все вообще, что нужно женщине, все на свете. Там есть. Вот это вот меня смущает, вот эта вот система. Но в любом случае, прописали, пью. И, ну не знаю, вот сегодня, кстати, был такой момент, после обеда у меня кровь с носа пошла. Давно очень у меня такого не было, но я таким раньше страдала. И я, вы знаете, что, ну, а у меня никаких каких-то перемен таких ни в питании, ни в образе жизни ничего не было. Единственное, что вот два дня, как добавила вот это. И что-то мне это не понравилось. Но я еще немножко перенервничала сегодня из-за землетрясения, как бы вся эта эвакуация. И, ну, но когда было землетрясение, был грохот, гудело все. А мы живем возле железной дороги и возле аэропорта. И над нами каждые там 5 минут пролетает самолет и проезжает поезд. Я каждый раз, как они едут, у меня сразу такой... Так, я уже там, знаете, смотрю, стул не трясется ли случайно. Это землетрясение или это что-то мимо там проплывает, пролетает. Вот, я немножечко так испугалась. Вот, поэтому... Или это как стресс, да, у меня там кровь с носа пошла. Или что-то вот, что-то там, не знаю, где-то не срослось с витаминами. В общем, я буду их принимать и наблюдать.